Как делишки, ребятишки? С вами снова я, Антон. И снова турнир! Третий турнир. Мы сегодня... Я опять выбрал за кадром 20 Б. Давайте начнем. Это Arknight, Dead Hades, Zeltron, Legends Brigand, Bushin Ashura, Fafnir, Слэш Валькири. Подожди. Эйс Драгон. Опа. А я не заметил, что я взялся все три гачи Бэя. Так. А, да. Саламандр. Думсайзер. Сприган. Первый. Реквием. Кагнайт. А еще один гачи бэй. Это Дред Бахамут. Золотой Сприган Рекви. Валькирия. В2. Вайвен В3. Роктавор Р3. Здравер Джармардор. Но он атакующий. Гаянон. И Менаборос. Начнем турнир. И два рандомных бэя. Это Валькири и Минаборос. Такие. Ой, Бетромос, какой Минаборос? Бетромос, я перепутал, извините, тебя. Бетромос выиграл, это удивительно. Сейчас, секунду. Да. Бетромос выиграл. Следующие два Бэя. Ого, Legends Poison и Requiem. Requiem я поставлю режим выносливости. Интересно, кто из них выиграет? Давайте еще раз фокус. Реквием выиграл. А Legends Poison выиграл. Так. Саламандр. Извините. Саламандр и Dead Hades. Вот это будет очень сложно. Я серьезно. Вперёд. О, вы видели? Он при начале начал дико его атаковать. Я поставил Саламандра. Подожди, по-моему... Мне ли кажется, или у Саламандра атакующий режим сейчас? Да, ребята. Вы серьезно? Он поиграл из-за того, что был у него атакующий режим. Вот, смотрите, внимательно. Атака. Ну, обидно. Но Хэдис выиграл, как я сказал, это по одному запуску. Я пускаю по одному запуску. Следующий 2Б. Фафнир. Такой. Кто тут, видите, немножко поломанный. Сейчас покажу. Видите, поломанный. Против Дефсайзера, кто двигается клинок, и драйвер спираль. Как называется такой драйвер? Вперед. Ого. Дикая атака, дикая атака. Извините, еще раз фокус. Идеально. Как думаете, кто выиграет, Думсайзер или Фафнир? Чё-то мне кажется, вот Фафнир выиграет. Думсайзер, смотрите, уже шатается, хотя Фафнир может ускоряться от лева. Да, как я и сказал. Фафнир выиграл. Когнайт и Роктавор. Вот вы увидите, что он сейчас атакующий. Давайте вперед. Ну, как без этого? Сейчас он спокойно. Когда Кокнайт нападет, как вы видите, он начал себя вести как атакующий.
это не я стер, а он так и шел мне в наборе. Так он и шел мне. Но финиш. Ты, я не удивлен, я удивлен, хочу сказать. Когда, хотя, как знает, очень такой плотный у него защелки. Сейчас, секунду. Как знает, товый драйвер убежал. Так, товар выиграл. Ух ты. Гига-гага против Зельтрона. То есть, Гайнон против Зельтрона. Давай, Зельтрон. Давай, тихо. Ух ты. Бей. Так. Ого, следующий будет очень сложный для кое-кого. Почему вы скажете? Сейчас давайте найдем. Гайнон проиграл. Ой, выиграл. А Зельтрон проиграл. Ну что, вайба! В3! Который отбивает атаки. И драйвер Атомик против Спригана первого. Вот такого. Синего. В следующем турнире, в следующем видео вам будет кое-кто новый ждать бой. Да. На него я еще не выпускал обзор, но он уже есть. Ну, я его снял, но еще не выкладывал. Вайрон выиграл. Вайрон, молодец. Ну, как я и сказал, у него нет шансов. За молчание. Так. Воздушный рыцарь против золотого Спригана. Понимаете, сейчас будет очень сложный бой. Я объясню сейчас. За чего? Секунду, подвину кое-что. К себе побежал. Это ничья? Нет, серьезно, я просто отвернулся. Ладно, давайте еще раз. Тихо. Так. Воздушный рыцарь или золотой спрайс? У воздушного рыцаря есть, может, преимущество, потому что у него есть металл, и у него драйвер от Геракла. И это все, наверное. Подождите, неужели Эркнайт? Да ладно! Ребят, Эркнайт проиграл. Это обидно. Это Спригана. Сейчас будет просто странный бой. Тут два боя, пацаны, это с гачинка боями. Сейчас перемешаем. Ого. То есть вот такая у нас будет битва. Бахамут против Валькири. Эйздарган против Шульмена. Давайте начнем. Валькири против Бахамута. Секунду, я подправлю. Извините, что подвинул ее. Бахамут. И Валькири. Тут, наверное, Валькири проиграл. У меня он очень слабый. Или Бахамут. Подождите, Бахамут тоже просто. Нет, Валькири. Или Бахамут. Ничья! Вот это удивительно, ребят. Поворот событий. Следующие Ашура и Эйздарган. Только, ребят, я не знаю, что мне делать. У Роб Драгона, вот у Эйздарган есть еще Роб Драгон и Айд. Я их, наверное, может, тоже буду добавлять, как бы еще один. На этот раз Бушу на Ашура. Бахамут выиграл. Ладно. Эйс и Ашура.
Вперед. Вперед. Даже если сейчас Эйс Драгон поиграет, у него еще будет два шанса. Это с Рок Гранд Драгон и Рок Драгон. И как я и сказал, у него будет шанс. Да. Бушин выиграл. Айс. Мы берем только основание. Убираем. Вот это основание проигрываем. Ложим в коробку проигравших. И берем следующий бой, который будет в этом турнире. Это, ну, как мультики они появлялись. Grand Dragon. Ну что, понравилось. Так, я забыл показать, кто выиграл. Бушин Ашура. Бит Бест Бахимут. Да, Бест Бахимут. Дред Бахамут. Гига Гайнон. Дед Хейс. Кстати, заметьте, вот мне одному кажется, но Дед Хейс и Бахамут, они очень похожи вот по лицу. Вот посмотрите, вот. По основаниям. Вайбаун В3. Золотой Сприга. Рекви. Обычная Рекви. Зеленый Рагнарёк. И Фафнирчик. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.